перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть, ребятки, в Tasty Blue, дорогие друзья. Так, ну что ж, вчера мы с вами остановились на чем, ребята, на бонусных уровнях. Давайте дальше продолжать пробовать, что это за бонусные уровни. Ого, сколько рыбы, ребята, посмотрите, вы только посмотрите, сколько красной рыбы, посмотрите, она какая-то слепая рыба, у нее даже глаз нету. Это даже, ребятки, не селедка, а вообще непонятно что. Вау! Чу-чу. Так, ребятки, ну что ж, давайте. А, она еще и кусает меня. Ага, мне самых маленьких надо кушать. Это я, ребятки, буду запоминать. Ауч, ребята, они колятся все равно. Так кого же мне кушать-то? Вообще малюсеньких, что ли? Так меня же кусают. Я не могу, ребята, потому что меня кусают, видите? Так, ребятки, мням-мням, это, конечно же, хорошо, но мне как-то надо, ребятки. Ауч, видите, я попадаю, получается, на нее. О, ребятки, я все-таки смогу, наверное, это сделать. О, ребята, отлично, я уже могу хватать рыб. А, эту еще не могу, колючая. Ого, мям-мям. Вот, ребята, посмотрите. Вот это круто. Я уже, ребятки, могу, так сказать, кушать рыбку, которая, ребятки, побольше. Вы только посмотрите, ребят. Это же просто замечательно, не правда ли? Круто. Мям-мям-мям-мям-мям-мям-мям. Отлично. Мям-мям-мям-мям-мям-мям. Круто. Так, плывем дальше, ребятки. Так, ребятки, ну что ж. Плывем дальше и давайте хавать даже водоросли. Ого, ребята, посмотрите, сколько мы уже рыбы хавали. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Как же это вкусно, ребята. Если бы вы только знали, какая это, ребятки, вкуснота. Ням-ням-ням-ням-ням. Ого, ребята, я целое дно съел, вы видели? Отличненько, ребятки. И мы этот уровень бонусный прошли. И давайте, ребятки, возьмем это. Что это такое? Вау, ребята, там уже репортеры с вертолетами. Ребята, посмотрите, это лохнесское чудовище, которое было в сказках, в которое не верили ни одни люди. Оно меня кусает сейчас или нет? Ребятки, пока нет. Давайте мы пока будем, ребятки, наслаждаться кораблями. И как только мы немножко подрастем, мы сразу же съедим это чудовище. Ох, отлично, вкусно, ням-ням-ням-ням-ням. Хочу еще лодок побольше, пожалуйста. Так, отлично, отлично. Так, на дне у нас, ребятки, нету абсолютно ничего здесь дельного, так что давайте, собственно, уже можем чудовище съесть. Все, ребята, мы съели лохнесское чудовище. И также закусим, ребятки, сверху вертолетами. Это просто замечательно, я считаю, ребята. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Отлично, круто. Ох, ням-ням-ням-ням, ребята, как же вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, даже огромный крейсер съели, ребятки, и прошли этот уровень. Давайте, ребятки, дальше. О, здесь мы уже дельфинчиком, ребятки, плаваем. Вау, а что мне надо-то? А, мне надо кокосы, ребятки, которые будут падать. Мне надо не обжечься, а ловить кокосы, ребята. Раз, раз, два, три. Ага, каждые 2 секунды падает кокос, алгоритм. Раз, два, ага, раз, два, не успел, раз, два, не успел, раз, два, опа, отлично, поймали, раз, два, отлично, поймали, раз, два, ой, чуть-чуть рано, раз, два, тоже рано, раз, два, да что ж такое, раз, два, три, на три поздно, раз, два, мои кокосики пропадают, я хочу словить кокосик. Но, ребятки, нам надо его так словить, чтобы еще и не обжечься. Потому что если, ребятки, мы обожжемся, ребятки, это ни к чему хорошему не приведет. И сразу же нас уничтожит, ребята. Эу. Да что ж ты будешь делать, а? О, ребятки, отлично. Кусочек кокоса съели. Нам, наверное, надо вырасти до определенного момента, ребятки, чтобы начать... Чтобы съесть вот это бревно,
С огнем, наверное. И все. Раз, раз, два, три. А, не успели. Раз, два, три. Поздно. Да что ж ты будешь делать, а? Как же попасть сюда? Какой-то непонятный, ребятки, уровень. Ладненько, ребятки, давайте мы с вами пройдем мимо этого уровня, ребятки, и посмотрим какой-нибудь другой, ребятки, уровень. А, это этот и есть уровень. Понял, давайте другой вот этот. Так, ого, ребята, за мной тут акула гонится. Мне надо собирать, ребятки, жестяные банки на дне, какие-то железячки. Наверное, ними питаться и пытаться, ребятки, съесть их, чтобы вырасти. Ага, акула тоже, ребятки, съедает железо. Мне надо акулу эту съесть, ребятки, чтобы вы понимали. Только ее для того, чтобы съесть, ребятки, надо мне вырасти. Нет, ребятки, надо заново, потому что она съела все мое железо. Смотрите. Все, ребята. И что, вы хотите сказать, что она меня все съест? И опять заново, что ли? Да, ребятки, надо вообще не дать ей, чтобы она даже нас укусила. Видите, съела нас. Ага, она сразу пошла собирать на другой берег, ребята, вы видели? О, отлично, ребята. Эй, съела, съела меня, ребятки. Ладненько, ребятки, погнали дальше. Что у нас дальше по бонусным уровням? Ух, сколько травы. Ням-ням-ням-ням-ням. Как же это вкусно, ребята. А здесь морж. Надо не дать ему ни в коем случае съесть эту траву. И его мы уже съесть, конечно же, не можем. А как же тогда собирать, ребята? Нет, немножко неправильно мы с вами сделали. Надо, наверное, вот так вот. Потом вот так вот. Потом плыть со всей силы назад. Быстрее, 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 быстрее. И теперь съесть его, да? Надо, короче, вообще ему не дать, что ли, ни кусочка съесть, я не понял. Что тут делать-то? Ребятки, ну и теперь я плыву к своему. И опять я его не могу съесть. Да, наверное, ни кусочка, ребятки, не надо дать ему съесть. Теперь быстрее, 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 быстрее. О, отлично, дорогие друзья, мы проходим этот уровень. Круто, так, погнали теперь сюда. Так, а тут два уже, ребята, моржа, вы представляете? Вау, как так-то может быть? Да что ж ты будешь делать, быстрее плыви на второй берег, там уже хавает морж вторую. Эй, я их не могу съесть, ребята, они много съели, да. Они в натуре много съели, ребятки. И теперь быстро возвращайся! Да что ж ты будешь делать, а? Все равно много съели, ребятки. Давайте еще раз попробуем. Если нет, ребята, наверное, не судьба. Нет, ребятки. Давайте еще раз. Надо не кусочка, ребятки. Он один уже съел. И это, ребятки, не есть хорошо. Да быстрее, видите, нет, не получилось у нас. А тут уже начал хавать там. Да что ж такое? Ладненько, ребятки. Мы не сможем пройти этот уровень, потому что он реально слишком сложный. Давайте посмотрим, что у нас, ребятки, дальше здесь. О, здесь, ребятки, тоже практически, грубо говоря, одно и то же. Надо ни в коем случае не дать съесть моржам нашу добычу, ребятки. И что? Нет, ребятки, абсолютно, абсолютно ничего мы не можем, ребятки, сделать, так сказать. Так, погнали дальше. Вау, ребята, вот эта высота, посмотрите, я падаю с космоса, вау. О, ребят, я могу селедку ловить на ходу, вот это круто. А, это не селедка, ребята, это морские котики.
Глядят, круто, ребятки, классно. Как круто, как круто, как круто. Мням. Ой, что это такое? Это было только что, вы видели, ребят? Это какой-то был непонятный чувак, которого мы, ребятки, с вами чуть не врезались, в которого мы. Так, отлично, супер, супер. Ловим, ловим, ловим. Так, отличненько, отличненько. Просто замечательно, ребята. Ох, мням-ням-ням, как же это вкусно. О, мы уже можем и вот этого морского котика, ребятки, хавать. Или моржа, что это такое. Я чувствую, ребятки, что я скоро уже упаду в воду. Потому что вот уже тучи, ребята. А там, где тучи, там уже означает, что скоро, ребятки, уже будет и земля, ребята. О, отлично, мы уже даже касатку, ребята, хаваем. Ну все, ребятки, падаем в воду. Вау! Ого, отличненько, ребятки. Тут для меня касаток, ребятки, уйма огромная. Так что, ребятки, нам просто-напросто, дорогие друзья, повезло на этот раз. Так, ну ничего, дорогие друзья. Мы с вами отличненько сегодня поиграли, ребятки, в бонус уровни. Нам останется как раз, ребятки, еще на один раз, ребятки, сыграть в бонусные уровни. И мы с вами игру уже, ребятки, пройдем на 100%. А это просто круто, ребятки. И если вы смотрите этот видосик, это тоже круто. И вы очень крутые. И также, ребятки, не забываем ставить пальчики вверх, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также, ребята, подписываемся на канал, если вы еще каким-то образом не подписались. И комментируем, ребятки, и пишем в комментариях, в какую вы игру хотите, чтобы я поиграл. Я для вас сделаю все, дорогие друзья. А я вас люблю, дорогие подписчики. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока, ребята.